уникальность нашего конкурса в том, что произведения, которые прозвучат сегодня в Большом зале консерватории, только начинают свою жизнь. Они будут звучать от Калининграда до Владивостока, там, где есть органы. И это очень важно. Наш органный марафон откроет музыку наших современников, как мы говорим, живых композиторов, которые пишут сейчас молодых ребят, которым до 35 лет, из 45 стран всех абсолютно континентов. А исполнять у вас сегодня будут члены жюри, будут исполнять, потому что у вас есть органист в жюри, или не совсем так? Необычность нашего концерта состоит в том, что будет 10 органистов. Я, честно говоря, прецедентов не знаю. И исполнять музыку будут и члены жюри, и, конечно, штатные органисты, в том числе из Москвы, из Санкт-Петербурга. И это очень-очень интересно. Важно, на наш конкурс можно вернуться? Надеюсь, наш следующий конкурс будет в следующем году. Он станет традиционным. Вот. И можно будет написать произведение до 5 минут и победить. И еще очень важно. Очень солидные денежные призы. Первая премия 300.